В Ульяновске выявили и пресекли деятельность ячейки экстремистской организации. Как установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий, организатором преступной группы стал ранее судимый за совершение тяжких преступлений ульяновец. Он вовлек в противоправную деятельность двоих осужденных из 4-й исправительной колонии. Указанные лица пропагандировали так называемую воровскую идеологию, применяли к заключенным меры физического воздействия, чтобы воспрепятствовать их исправлению. В доме лидера ячейки силовики обнаружили травматическое оружие и боеприпасы. Обыски прошли и в исправительной колонии. Изъяты средства мобильной связи, холодное оружие, а также предметы с символикой и аббревиатурой экстремистского движения. В отношении лидера ячейки и ее членов возбуждены уголовные дела.